1 июня, в День защиты детей, в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль», заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филиппов совместно с консультантом территориального отдела номер 21 Госсанитехнадзора Московской области Валерием Дудко и активистами «Молодой гвардии» провели мониторинг детских игровых площадок. Всего было проверено 3 площадки во втором микрорайоне поселке Текстильщиков и деревне Гололобово. На всех площадках были выявлены нарушения. Некоторые из них являются опасными и могут привести к травме детей. По результатам проверки выписаны предписания для устранения нарушений в кратчайшие сроки. Действующее законодательство региональное предъявляет довольно жесткие требования к содержанию оборудования детских игровых площадок. И неисполнение данных требований является административным правонарушением. В соответствии с Кодексом Московской области об административных правонарушениях, владельцы детских игровых площадок привлекаются к административной ответственности в виде административного штрафа. Такой вид административной ответственности, как предупреждение, для данного вида правонарушения не предусмотрено, поскольку это связано с риском получения травм. И размер административного штрафа составляет для юридических лиц от 30 до 150 тысяч, для должностных лиц данных организаций от 5 до 50 тысяч.